Калифорния. Там, где Сьерра-Невада переходит волнистые предгорья, и реки становятся не такими быстрыми и мутными, на склоне высокой Красной горы расположился поселок Смитов Карман. Справедливости ради должен заметить следующее. Среди пестрого населения поселка найдется немало изящных джентльменов делового вида, представителей всевозможных компаний и акционерных обществ. В салуне на главной площади, где собираются любители карточной игры, многие из вышеупомянутых джентльменов, наряду с золотыми пластинками, имеющими хождение на приисках наравне с денежными знаками, подчас не прочь поставить пластинку 50-долларового достоинства, собственноручно изготовленную из свинца и серного колчедана. Увы, не могу скрыть также и то обстоятельство, что среди завсегдатаев салуна найдутся и такие господа, которых в 17 веке именовали бы героическими личностями, а в 19-м называют попросту головорезами. Владельцы унылых хижин на окраине поселка не привлекают сердец и взоров приветливостью и добросердечием. Впрочем, многие склонны объяснять это тем, что нелегкая и невыгодная работа не оставляет этим людям времени для долгих бесед и лучезарных улыбок. Но все это отнюдь не вредит репутации поселка, известного в просвещенных кругах как растущий и многообещающий очаг цивилизации. Да, нечего сказать, очаг цивилизации. Две галантерейные лавки, гостиница, два первых семейства, надутые до нельзя, одна школа да один учитель, я собственной персоной. Угрюмые старатели, из которых слова не вытянешь. По субботам на выбор. Или лавка дядюшки Томпсона, салун с покером, виски с рассказами о том, как Сильвестр напал на жилу, а Джек застолбил пустой участок. Или занятия церковного хора, на которых благочестивая паства во главе с преподобным Джошуа Макс Негли часами тянет псалмы. В воскресенье изволь слушать проповедь того же Макс Негли. А потом можешь до вечера сидеть у окошка и читать газету «Глашатай рыжей собаки», выходящую в соседнем поселке. А в будни чумазые чертенята, которым надо вдалбливать начало грамматики, основы счета и американской конституции. Ох, пожалуй, следует подумать о том, как бы поскорее унести отсюда ноги. Не торопись, ох, не торопись, голубчик. Ты всего 3 дня в поселке. И всего месяц, как кончил колледж. А не кажется ли тебе, что это неслыханная удача так быстро найти работу? Пожалуй. А, ты очень молод. И твой аскетический вид свидетельствует о недостаточном питании. Но правда, школа, где тебе предстоит преподавать, субсидируется штатом весьма скромно. Но маленькое жалование – это все-таки жалование. Да. А, это лучше, чем слоняться в поисках работы. Но это ну, еще... послушай, перестань предаваться бесплодным размышлениям. Займись-ка лучше делом. Займусь-ка я лучше делом. Значит так, для первого класса прописи. Не в деньгах счастье, не в деньгах счастье. В Африке живет очень толстый бегемот, у которого большой живот. На тебя он так похож, что бросает просто в дрожь. На тебя всегда он очень похож. Эй,
прочь отсюда! Отдай кошку, это же наша! Вижу, что ваша, такая же жирная, как твой папочка! Па! Да ты лучше про своего отца вспомни! Пьяница Смит! Дочка лодыря Смита! Ах, так! Ну, держись! Погоди же, ведьма чумазая! Вот мы все кончим школу, а ты так и останешься неотёсанной дурой! Ну и наплевать, наплевать, наплевать! Звенит, эй-эй, шумит, эй-эй, летит ветерок над сотней дорог. Вот бы с ним умчаться туда, где тепло в просторах всегда, умчаться туда! Так это и есть та самая Мли Смит, о которой мне говорил Макс Негли. Надо будет зайти к нему. Так. Доброе имя дороже золота. Точка. Войдите. Мли Смит? Мли Смит? Чего уставились-то? Ничего, жду, может быть, поздороваешься. Вот еще, уже вечер. А ты это делаешь только по утрам? Иногда. Так что же тебе здесь понадобилось? Вы здесь недавно, правда? Да. А та щука сушеная уехала совсем? Ты хочешь сказать мисс Болтон? Ну да. Да, эта достойная женщина вынуждена была уехать, и все должны жалеть об этом. Это вы нарочно? Вам так полагается хорошо говорить об учителях? Мли Смит, хорошо говорить о людях? Это хорошо. К сожалению, не всегда возможно. Вот-вот. Я ведь почему пришла сейчас? Потому что вы один. Здесь нет никого из этих девчонок и мальчишек. Я их ненавижу, они меня тоже. Но на это мне наплевать. Я хочу учиться. Вот что. Слышите? Слышу. Я хочу учиться. Млис, Млис, перестань, не плачь. Это же очень здорово. Очень хорошо, что ты захотела учиться. Но скажи мне, пожалуйста, ведь ты же уже была в школе в воскресной, правда? Почему же ты ее бросила? Почему я бросила воскресную школу? Почему? А почему Макс Негли сказал, что Млис плохая? А зачем он говорит, что Бог меня не любит? Ну, я и сказала, если Бог меня не любит, то мне нечего делать в воскресной школе. Если бы вы знали, что тут поднялось, крику было. Эти дуры девчонки визжали. Ну, да я тоже долго не осталась. Понимаю. Ты будешь учиться, Млис. Правда? Конечно. Только условия. Волосы нужно как-нибудь причесать, чтобы они не очень торчали. Так? Примерно. И руки обязательно мой. Хотя бы каждое утро для начала. Значит, через 2 недели, когда начнутся занятия, я жду тебя в школе. Удивительно. Что удивительно? Вы учитель, а я вас не боюсь. Да ну. Вы мне нравитесь. Помереть мне на этом месте. Млис! Что это, тебя? Млис! Млис! Скорее! С твоим стариком беда стряслась. За стариком? Беда? Да. Ну. А где он? У Шурфа, по ту сторону ручья. Бегу! И вы тоже, господин учитель. Пойдемте со мной, пожалуйста. Идем, только идем. Девочка крепко уцепилась за руку учителя. Они вместе выбежали из школы на темную дорогу. На окраине поселка плясали и двигались огни. Млис не выдержала. Она выпустила руку учителя и стала поспешно карабкаться по крутой, еле различимой тропинке. 2-3 камня скатилось в воду. Учитель взглянул вверх, и у него захватило дыхание. Высоко над собой, на узком желобе, он заметил фигурку своей спутницы, перебегавшей по желобу в темноте на другой берег ручья. Учитель, не разбирая дороги, быстро зашагал прямо на огоньки,
которые двигались по горе туда, где с каждой минутой росла и прибывала толпа. А где же девчонка? Вон! Вон она наверху, видишь? Да. Как подумаешь, прибежит она, а старик тут с пистолетом в руке, с пулей в сердце. Да, что ни говори, какой-никакой, а все-таки отец был. Да. А теперь девчонка одна в целом свете. Послушай-ка, приятель, правда, что лодырь Смит отправился к працам? Ты что сказал? А ну подойди! Ты что? Ты что? Снимите шляпу, сэр. Что? Перед лицом, так сказать. Ну вот, пожалуйста, снял. Вот так-то лучше. А теперь слушай ты, цыпленок желторотый, городская пигалица. Здесь покончил счеты с жизнью мистер Томас Смит. Честный золотоискатель, человек, которому здорово не повезло. Ясно, сэр? Ну, теперь ясно. Мир его праху! Да, мир его праху. А что же все-таки будет с девчонкой? Был вечер следующего дня. Учитель сидел в своей комнате у окна, выходящего на школьный двор. Разложив перед собой тетради, он снова старательно выводил в них крупными и твердыми буквами те прописи, в которых, как принято думать, высокое искусство чистописания сочетается с высокой назидательностью. Он уже дошел до изречения «Не все то золото, что блестит», и украшал существительное лицемерным завитком, вполне соответствующим характеру прописи. Но работалось ему плохо. Линейки в тетрадях казались длинными параллелями бесконечных тропинок, и по каждой из них, всхлипывая и плача, уходила в темноту, следом за убогими погребальными дрогами, детская фигурка. Войдите. Здравствуйте, господин учитель. Добрый вечер. Добрый вечер, господин учитель. Добрый вечер, джентльмены. Простите, не имею чести быть знакомым. Самуэль Эбнер Хокинс. Очень рад. Содовый Билл. Простите, что? Вильям Малроди. Он же, простите, Содовый Билл. А я железный пират. Как? Железный пират, с вашего позволения. А, садитесь, пожалуйста. Благодарю. Благодарим вас. Прошу прощения, я должен сказать вам, что почти всех обитателей поселка Смита в карман крестили заново. Прозвища давались или в насмешку над каким-нибудь чудачеством, ну, как это было с Содовым Биллом, который валил в хлеб свой насушный несуразное количество соды, или же из-за простой обмолвки, чему и служит свидетельством железный пират, обязанный своей мрачной кличкой тому, что он неправильно произносил название породы железный пират, железный пират. Кто знает, может быть, так закладывались основы примитивной геральдики. Впрочем, я склонен объяснять это некоторыми особыми обстоятельствами. Как в Смита в карман, так и в близлежащие поселки Последний шанс, Скороспелка и Рыжая собака приходили разные люди из разных краев, с очень разным и подчас загадочным прошлым.
Их имена можно было узнать только с их собственных слов, никем и ничем не подтвержденных. Так повелось издавна, так было удобнее и проще. Но возвращаюсь к своему рассказу. Вошедшие скромно опустились на скамью возле раскрытой двери. Все разом вытащили из карманов трубки. Все разом закурили. Форма общения, ну, до известной степени заменяющая беседу. Не желаете ли? Благодарю вас, не курю. Что-то не припомню такой жары в августе. Да. Да, жарковато. Духота. Вы не думаете, господин учитель, что мы сами по себе пришли? Нас ребята с прииска прислали, что возле Змеиного ручья. Да. Так вот, мы хотим просить вас взять это дело на себя. Какое дело? Чем могу помочь? Да что тут долго разговаривать? Теперь здесь городок целый. Лавки, дилижансы, гостиницы. О. Как это говорится-то? Цивилизация. Цивилизация. А начинал-то кто? Он. О. Смит. Смит начинал. Потому поселок-то зовется Смитов карман. Судите сами. Ведь когда старик пришел сюда, души живой на сотни миль не было. Не-не-не. Пришел и сразу напал на золото. Вот, вот как бывает. Бывает. Только бывает. Не жила это была, а карман. Ага. И так бывает. Бывает. На 5000 сразу из кармана выбрал, и все. Все. Больше ни цента не отдала гора. Потом, сами понимаете, дробил кварц, рыл канавы, ну и пить начал. А люди решили, что он всегда с младенчества был такой. Одно забыли, что все они сюда за ним, за Смитом потащились, извините, конечно. Ухватить кусочек чужой удачи потащились. Ну и сцапали всю удачу целиком. О. Правда, как стали делить, многим ни крошки не досталось. Ну, это крошки. Бывает так. Да. Ну вот, и все мы пришли к такому выводу. Насчет дальнейшего жизненного устройства чумазого чертенка. Кого? Извините, насчет дальнейшего воспитания и образования несовершеннолетней девицы Мелиссы Смит. Нечего тут толковать. Мы, старатели, то есть, хотим, чтобы девчонка перестала околачиваться возле лавок и подбирать объед. Ну. Чтоб училась в школе, ну и все такое. Вот. Мы собрали кое-что, чтоб не хуже людей было. То есть, как это не хуже? Все должно быть первый сорт. Ну, платья там эти, ну, чепчики разные. Все надо покупать не у нас, а у рыжей собаки. Рыжей собаки. А и чтоб самое дорогое. Ну, там с рюшками, вышивкой. А нам плевать на расход. Верно. И чтоб жила она в первом семействе поселка. Постой, постой. У нас ведь два первых семейства. Ну, в одном из двух. У Морферов, например. О, нет! Не, ну, нет, помнится нет, мне, нет. Старик был порядочным человеком, пока не разбогател. Я, извините, этого не припоминаю, сейчас он... Постойте, ребят, потише. Господин учитель нам еще ничего не ответил. Мы ведь, по правде говоря, сунулись к этому, к его преподобию, к Макс Негли. Ну и что же он вам сказал? Да сдается нам, что ему не хочется участвовать в этой игре. Да. Да он долго-долго что-то говорил, и складно... Но мы признаться... Никак и не поняли, берется он за это дело или нет. С одной стороны, говорит, благотворное влияние безгласной могилы. Ну, и это. Кто накормит единого из малых. А с другой стороны, плевела, и потом это вот. Как ее? Дурная овца. А про Млис так ничего и не сказал. Ничего, и мы ничего не поняли. К чему это он про овцу? Ну, а вы поняли? Да, кое-что. Значит, вы хотите, чтобы я взял на себя заботы о девочке? Да, хотим. Ну что ж,
Я согласен. Ну, спасибо. Спасибо, господин. Вот спасибо. Спасибо, господин. Как только вы у нас появились, я готов был прозакладывать свои сапоги, чтобы парень что надо. Извините, конечно. Вот. Это что ж такое? А это на девчонку. Так нельзя. Как? Все это надо переписать. О, ну, ладно, пиши, пиши. Пиши. Так, на $200 золотой и серебряной монеты. Самородок. Тут вот золотой песок. Золотой песок. Золоченая шпора. Английский шпора. Банкнот 5 фунтов. Дамский носовой платок с вышивкой. Это я положил. Извините, конечно. Серебряная чайная ложка. Какая затейливая монограмма. Чьи же это инициалы? Ложка-то моя. Что же до инициалов? Извините, конечно. Там еще монокль в серебряной оправе. Хирургический ланцет. Монокль, ланцет. Погодите, ребята. Ведь вы же едва-едва намываете на доллар в день, я знаю. А как же вы сами? Верно, это каждый. Отдельно, если... А что же, мы все вместе одну девчонку не прокормим? Да. Что же? Понятно. Ну, продолжим. Что там еще? Булавка для галстука. Револьвер серебряной насечки. Флотского образца. Золотой дублон. Дублон. Табакерка. Табакерка. Портсигар. Над поселком всходила луна. Полоска голубого света, скользнув в комнату, сверкающим лезвием легла на плечо учителя, будто возводя его этим прикосновением в рыцарское достоинство. Может быть, этот таинственный луч и был причиной того, что горы, залитые лунным светом, и белые домики, вкрапленные в их склоны, словно гроздья кварца, и стройные сосны на берегу ручья. Все казалось учителю в тот вечер прекрасным. А предстоящее появление Млис в школе выглядело примерно так. Дети, у нас в классе с сегодняшнего дня будет учиться Мелисса Смит. Млис, садись вот сюда. Ты хорошо здесь видишь доску? Да, господин учитель, благодарю вас. Подвинься, Джо. Ты покажешь Млис свою тетрадь с прописями. С удовольствием. Млис, у тебя есть грифельная доска? Да, господин учитель, вот она. Хорошо. Дети, мне бы очень хотелось, чтобы вы подружились и помогли Млис. Поможем, конечно. Безусловно, поможем. Ну вот и прекрасно. Джо, ты будешь заниматься с ней грамматикой. Хорошо. Ты, Клити, арифметикой. Хорошо. Я с удовольствием все сделаю для Млис, господин учитель. Господин учитель, мне кажется, я уже полюбила Млис. Я так благодарна всем, так благодарна вам, господин учитель. Мне так хочется поскорее начать. Начнем. Но прежде давайте все вместе еще раз
споем любимую песню преподобного Макс Негли. И... Мы знаем, что добрый. Да, поначалу все было так, или почти так. Млис пришла в школу. Ее лицо было вымыто, а непокорные черные волосы носили следы жестокой борьбы с гребнем, в которой пострадали, очевидно, обе стороны. Глаза девочки сверкали по-старому задорно, но держалась она более смирно. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, господин учитель! Садитесь! Ой. Тише! Дети, у нас в классе сегодняшнего дня будет учиться Мелисса Смит. Мелисс, садись вот сюда. Ты хорошо видишь доску? Удобно тебе? Ага. Подвинься, Джо, ты покажешь Млис свою тетрадь с прописями. Ладно уж, садись. Млис, у тебя есть грифельная доска? Ага. Ну, полегче ты. Мне очень бы хотелось, дети, чтобы вы подружились с Млис и помогли ей. Да, да, да. Джо, ты будешь помогать Млис по... Он будет? Это что же получается? Это значит, он меня будет учить? Благодарю покорно. Да он же сидит в этом классе третий год, я знаю. Этот разиня не дает опыта, я... Млис, перестань, ты ничего не поняла, нельзя так говорить. Вот еще. Так это она о меня так чистит. Нет, твоего дела. Вася, ты... Конечно, тебя. Дошло? Да ей по шее. Ну, перестаньте, она получше вас всех будет. Вы, Млис, уберись. Млис, подави. Дураки, не смешно вовсе. Ну, пошла с моей парты, а то вот сейчас как дамлок вылетишь прямо в окно. Ну, а ну, дай, дай. Эх ты, дылда долговязый. Сейчас вот как стукну, хоть ты вырос, а не вяз. Посмей только, бродяга. Первый блин, как говорят, комом. Но... Дальше все-таки пошло несколько лучше. Правда, Млис еще не раз и не два дралась с товарищами по школе, не уступая им в силе и превосходя в язвительность. Правда, после уроков она чаще всего убегала в горы, и случалось, учитель встречал ее там босиком с непокрытой головой. Преподобный Макс Негли и кое-кто из деловых людей поселка, попечителей школы, оберегая совершенную непорочность белорозовых девиц из первых семейств, пытались изгнать девочку из храма просвещения. А учитель? В душе учителя боролись самые разные противоречивые чувства. И не скрою, маленький недобрый человечек, именуемый людьми благонамеренными здравым смыслом, частенько нарушал его душевный покой. Все начиналось обычно с самого простого вопроса. А что обо всем этом подумает преподобный Макс Негли? Какое мне дело до Макс Негли? Млис будет учиться. Она смышленая, понятливая и вообще молодец. Да, но воевать с целым миром из-за босоногого сорванца, Дон Кихотства. Девочка дерзка, упряма, фантазерка. Она правдива и пряма.
Я опекун девочки, я за нее отвечаю. Да, перед кем, позволю узнать? Да отвечаю перед теми, кто мне ее поручил. И перед самим собой отвечаю. Как примерял в себе учитель подобные противоречия, это вопрос отвлеченный, и обсуждать мы его здесь не будем. Следует сказать другое. С течением времени пресловутый здравый смысл благонамеренных людей посещал маленькое школьное здание все реже и реже. День за днем с упорной настойчивостью, удивлявшей его самого, вытягивал учитель Млис из мрака ее прошлой жизни. И девочка будто сама, без чужой помощи, двигалась по узкой тропе, на которую он вывел ее в ту лунную ночь, когда Том Смит покинул этот бренный мир. Пришло Рождество. В Калифорнии время проливных дождей и первых росков травы. Потом было жаркое лето, засушливое лето, и осень, и снова Рождество, и опять сезон дождей. И уже несколько раз над могилой Смита поднимались мягкие зеленые волны, и гребни их подергивались пеной маргарит. Кусты боярышника в школьном саду заметно разрослись, и теперь даже из самого дальнего уголка класса видны большие шапки их белорозовых цветов. Здравствуйте, господа! Да, да, я уже не могу называть вас детьми. Для этого вы слишком взрослые. Вы перешли в последний выпускной класс, и сегодня мы начинаем занятия. Я поздравляю вас, друзья мои. Лучшими учениками в прошлом году были Мелисса Смит, Клитемнестра Морфер, Джек Бейкер. Посмотрим, останутся ли они первыми и в этом году. Итак, начнем урок. Сейчас мы займемся греческой историей. Уроки давно кончились. Ученики, самые большие и самые маленькие, разошлись по домам. Учитель стоял у открытого окна и задумчиво смотрел на быстро темнеющее небо, на далекие склоны гор. Да. Почему же ты хмуришься? Все обстоит как нельзя лучше. Почему я хмурюсь? Почему? Еще год, и все они кончат школу. Я сложу с себя опекунские обязанности и смогу уехать. Уехать. А что же будет с девочкой? Что с ней будет дальше? Правильно, правильно. Через год ты сможешь уехать отсюда. Ты ведь так этого хотел. Да нет оснований думать, что Смит в карман станет когда-нибудь столицей штата, а, следовательно, тебе вряд ли когда-нибудь прибавят жалование. А потом, чем ты сможешь ей помочь, если останешься, милый друг? Чем я смогу ей помочь, если останусь? Ну да ладно, не стоит сейчас думать об этом. Отправлюсь-ка я лучше спать. Завтра у старших опять греческая история, и опять Клити Морфер будет задавать бесконечные дурацкие вопросы. Господин учитель, я хочу спросить. Я слушаю тебя, Клитемнестр Морфер. Вот меня зовут Клитемнестра. Подумайте, какая новость. Я слушаю тебя, Клити. Я хотела спросить, но когда
всегда перебивают, я не могу сосредоточиться. Хотела спросить и забыла. Не будете ли вы так добры и не отчините ли мне перышко мое сломалось? Дай сюда. Вот, пожалуйста. Не правда ли премилый браслет? Это самородное золото. Мне подарил его... Вот твое перо, Клитемнестра Морфер. Продолжим урок. Вспомнила! Вспомнила, господин учитель. Вот, вот меня зовут Клитемнестра. А вы в прошлый раз сказали, что Клитемнестра была нехорошая. Так что же мне теперь делать? Удавиться и не мешать другим. Млис, помолчи. Мне не совсем понятен твой вопрос, Клити, но я думаю, что ты мне объяснишь все как-нибудь в другой раз. А теперь... Хорошо, хорошо, господин учитель. Ай, у меня опять сломалось перышко. Я сегодня такая неловкая. Будьте так любезны. До сих пор я чинил тебе перья, Клити. И, кажется, справлялся с этим неплохо. Ах, оставь, пожалуйста. Может быть, и провожать теперь тебя будет, господин учитель? Как знать. Очень хорошо. Джо Гопкинс, куда это ты отправился? Хватит с меня этой жвачки из грамматики и словаря. Хватит с меня учителей. Учителей, которые старше меня на какой-то несчастный год, и которые чинят перышки ученицам. Что такое? Немедленно извинитесь, Гопкинс. Может быть, я и хватил лишку, но... Ах ты, чурбан безмозглый! Старше на какой-нибудь несчастный год! А сколько лет ты сидишь в выпускном классе? Забыл? Прости прощения немедленно! Близ! Извините, сэр. То-то! А эта тихоня потупила глазки и сидит, как ни в чем не бывало. Булка белобрысая. Ты думаешь, я не видела, как ты нарочно ломала перья, чтобы тебе их чинили? Да выставляла на полмили свои жирные локти. Ах ты, неблагодарная грубиянка! Ты живешь у нас в доме, ма всегда тебе так добра. Клитемнестра Морфер, взаимоотношения твоих родителей Мелисы Смит тебя не касаются. А ты, Млис, сядь на свое место сейчас же. Нужно быть сдержанней. Да не могу я быть сдержанной. Вы только посмотрите на нее. Ишь, задрала рукава до самых плеч. Сейчас же опустят, я сама приду в порядок. Прекратить немедленно. Стыдись, Мелисса Смит, ты уже почти взрослая, а ведешь себя... Я? Это вы мне говорите? А Клити? Ну и наплевать! Пу! Ну вот что, Млис, немедленно оставь класс и не возвращайся, пока не одумаешься. Я никогда не вернусь! Никогда! Никогда! И она не вернулась. Учитель и миссис Морфер провели несколько часов в поисках беглянки и не нашли в поселке никаких следов ее места пребывания. И только поздней ночью, когда погасли последние огоньки в домах поселка, учитель вдруг вспомнил о доме Мелиссы Смит. Домом Млис называла шалаш под старой развесистой сосной на маленькой поляне в сосновом лесу. Учитель не раз бывал там во время прогулок по окрестностям и даже как-то ел кислые дикие яблоки, которыми его угощала Млис. На следующее утро с восходом солнца учитель уже прокладывал себе путь сквозь густой кустарник в лесу, спугивая по дороге зайцев из нор. Добравшись до знакомого места, он разыскал дерево с косматыми ветвями. Вдруг сучья затрещали, словно под ногами испуганного зверька. Взглянув вверх, учитель заметил среди переплетенных ветвей черные глаза Млис. Доброе утро! Доброе утро! Что вам здесь надо? Может быть, ты дашь мне яблоко, Млис? Никаких яблок вы не получите, уходите!
Спросите-ка лучше у Клитемнестры. Боже мой, какое дурацкое имя. Да-да, Млис, имя не очень удачное. Имя? Я говорю не про имя. Конечно, Млис, мы об этом с тобой обязательно потом поговорим. Потом, потом. А я вообще не хочу говорить с вами. Лисси, дай мне яблоко. Я ничего не ел со вчерашнего обеда. Я хочу есть. Я умираю с голоду. Ой, что это с вами? Я хочу есть. Боюсь, что я сейчас упаду. Направо не падайте, там коряга. Боже мой, ну что же мне с вами делать? Вам, наверное, опять задержали жалование? Поройтесь вон под тем деревом, под корнями. Там кое-что есть. Батюшки, настоящая кладовая, как у белок и мышей. И орехи, и яблоки. Млис, я ничего не могу найти. Вероятно, от голода я стал плохо видеть. Подождите, а если я слезу и дам вам яблок, вы меня не тронете? Ну что ты, Млис? Скажите, помереть мне на этом месте? Помереть мне на этом месте. Слезаю, слезаю. Сядьте вот сюда. Что, вам очень плохо? Сейчас, сейчас. Достану яблоко, орехов. Может быть, воды принести? Здесь близко. Нет, нет, пить я не хочу. Ну вот же, все на месте. И как вы не нашли? Ешьте. Сейчас я вам нагрызу орехов. О. Чудесное яблоко. Откуда у тебя такие? Неужели дички? Ну что вы, это из сада Томпсонов, с крайней яблони. Только в этом году появились. У них что, одна яблоня такого сорта? Три. Только те дальше от забора. Смотрите, правда красивые цветы? Откуда ты взяла их? Да вон, на пригорке, их сколько хочешь. А что? Это волчий корень, очень сильный яд. Вот здорово. Млис, обещай мне никогда не трогать эти цветы. Да пожалуйста, я и эти могу выбросить. Во. Правильно. Ну как, теперь вам лучше? Да, теперь мне совсем хорошо. Ну, Млис, спасибо тебе, ты просто меня спасла. А теперь мне надо идти. До свидания. Как? Вы уходите? Да, Млис, мне пора. Будь здорова. Мистер Дик! Мистер Дик! А как же я? Лисси, помнишь тот вечер, когда ты пришла ко мне в первый раз? Помню. Ты сказала, что хочешь учиться, а я ответил... Приходи. Вы сказали, приходи, потому что думали, что я исправлюсь. А сейчас уходите, потому что я вчера нагрубила вам, а потом еще нарвала эти яблоки в саду у Томпсонов. Вернись в школу, Млис. Но там... Вернись в школу, Млис. Твоему учителю очень грустно без своей маленькой ученицы. Мне кажется, я для вас могла бы сделать все на свете. Я вас очень люблю, мистер Дик. Вы сердитесь? Нет. И о ней не думаете? О ком, Лисси? О той белобрысой. Я думаю совсем не о ней. Помереть мне на этом месте. Помереть мне на этом месте. Идем, Лисси. Идем. Звенит шумит эй-эй, летит ветерок над сотней дорог. Вот бы с ним умчаться туда, где тепло в просторах всегда. Умчаться туда, умчаться туда. Зовет эй-эй. Песней своей веселых друзей. Вот бы с ним умчаться туда, где тепло в просторах всегда. Умчаться туда, умчаться туда. И стриж, эй, малыш, эй, певучей стрелой летит над землей. Вот бы с ним умчаться туда, где тепло в просторах всегда. Умчаться туда, умчаться туда. Шагай веселее, Лисси.
Опять встречать хороший денек, спешит ветерок. Вот бы с ним умчаться туда, где тепло, просторы всегда. Умчаться туда, умчаться туда. Бежали дни, да, они складывались в недели, а из недель вдруг получался месяц, а потом и месяцев оказывалось уже два, а то и три. Лето было на исходе, в долинах собирали последнюю жатву, и учитель решил, что пришла пора и ему пожинать плоды и устроить праздник урожая, ну, иначе говоря, экзамены. И вот сегодня ученые-джентльмены и многоопытные дельцы Смитова кармана собрались созерцать, как в силу освященного веками обычая робких детей будут запугивать точно свидетелей на суде. Еще рано. На дорожке, протоптанной к школе детскими ногами, не видно ни души. И у учителя есть время поразмыслить. Через несколько дней она кончит школу и сможет стать моей помощницей. С попечителями я попробую договориться, а из нее получится отличная помощница. Ведь, несмотря на бесконечные выходки Млис, в ее школьных работах нельзя не заметить блесток живого, беспокойного и сильного ума. Отвечает она всегда смело, решительно. А если и ошибается? О, Макс Негли, подумать только в такую рань. Мир дому сему. Доброе утро, сэр. Пока еще не начался экзамен, и у нас есть несколько свободных минут, мне бы хотелось поговорить с вами, сэр, о наших учениках, о их будущем, в частности. Сэр, я обрадован и тронут вашим желанием решать такие серьезные проблемы совместно, так сказать, вкупе. Вы совершенно правы, сэр, мне не обойтись без вашей помощи. Дело в том, что меня беспокоит дальнейшая судьба Мелиссы Смит. Девица Смит, по-моему, находится в прекрасном семействе, лучшем в поселке. Совершенно справедливо. В нашем поселке это семейство лучшее. Но Мелисса кончает школу. И согласитесь со мной, не может оставаться навсегда даже в самом лучшем семействе Смитова кармана. Помнится, миссис Морфер намекнула мне со свойственным ей тактом, что в очень скором времени девица Смит может вступить в брак. То есть выйти замуж? Но за кого же? Выйти замуж, так естественно. Девица, конечно, естественно. А девица Смит весьма привлекательна. Совершенно верно, но не в этом дело. Истинно так, не в этом дело. Главное, характер. Я знаю, что и вы, и семейство Морфер в свое время немало потрудились, чтобы несколько обуздать, смягчить эту, прямо скажем, грубую натуру. Мы многого добились, но все же... Все же? Все же характер девицы Смит не заключает в себе той мягкости, того благонравия, той благочестивой скромности, которыми преисполнена, например, девица Клитемнестра Морфер. О. Унаследовавшая эти черты, как мне кажется, у своей матери, миссис Морфер. А какая... Какая женщина, миссис Морфер? А какой она была до замужества, молодости? Роза Прерий, так называли ее до замужества. Ах, какая она была до замужества. Я очень сожалею, что уже не смогу увидеть миссис Морфер до замужества. Но я, пожалуй, примирюсь с этим обстоятельством. Вернемся к Млис? Вернемся. И так я говорил, что, к сожалению, девица Смит, увы, не обладает теми прекрасными качествами, которыми Всевышний столь щедро наделил миссис Морфер, то есть, простите, Клитемнестру Морфер. Да, разница очень большая. Очень.
Клитемнестр, несмотря на то, что носит языческое имя, вся олицетворение мягкости, женственности, христианской кротости. В ней все как-то мягко, округло. Однако вернемся к девице Смит. И так в ближайшем будущем она вступит в брак. Но с ее далеко не совершенным характером, ну и необеспеченностью, конечно, она может рассчитывать только на очень скромную партию. Великолепно. А что вам, собственно, так неприятно в моем плане? Ведь иначе у Мелиссы только один путь – работать служанкой. О, простите. Просто ваш план несколько меняет архитектуру воздушного замка, который я сам пытался создать для Млис. Ах, вот как! И у вас есть какие-то планы на этот счет? Вы все же решили спросить и о моих планах. Очень тронут. Буду краток. Мелисса Смит может успешно работать в школе в качестве моей помощницы. Вот оно что! Именно. Разумеется, после того, как она успешно сдаст выпускной экзамен. Кстати, в этом я не сомневаюсь. А я сомневаюсь. Прошу понять меня правильно. Я вынужден подвергать вполне обоснованному сомнению все, что касается девицы Смит. Годы ее младенчества, детства и отрочества частично прошли в такой среде, которая налагает неизгладимый отпечаток. Можете не продолжать, я вас понял. Я вижу, что вы не поможете мне. То есть? То есть я рассчитывал, что вы поддержите мою просьбу перед советом попечителей, но вижу, что ошибся. Прошу простить. Сэр, я не могу вводить в заблуждение совет попечителей. Поверьте, что я был бы несказанно рад с чистым сердцем принять ваш план и разделить вашу уверенность в целесообразности ваших замыслов. Поверьте, как истинный христианин, я буду каждодневно возносить молитвы Всевышнему, прося его наставить и вас. Но пока этого не случилось... Здравствуйте, господин учитель. Доброе утро, господин учитель. Здравствуйте, друзья. Доброе утро, ваше преподобие. Доброе утро, ваше преподобие. Что вас привело сюда, дети мои? Мы, извините, господину учителю. Может, мы помешали вам? Поговорить нам нужно. Да мы, видно, не вовремя. Да что там тянуть-то? Спасибо пришли сказать. Спасибо сказать. Спасибо, спасибо вам. Понимаете? Я должен идти, сэр. Я вижу, что приближаются попечители. Их нужно достойно встретить. Да-да, сэр. Займите их пока разговором. Итак, друзья мои, что случилось? Что сделал я такого, за что нужно так торжественно меня благодарить? А девчонка-то, Млис... Я девчонкой-то, пожалуй, уж не назовешь, нет. Барышня, извините, взрослой стала. А все вы, сэр, мы понимаем. Да что же уж я тут... Не-не-не, мы понимаем. Ну, что бы она была без вас? Ну, сами знаете. Преподобный Макс Негли, пожалуй, устроил бы и отдал бы девчонку в услужение. Ну, как это он, как это он? В поте лица будешь зарабатывать хлеб свой. И душа спокойна. И молился бы, Господи. Господи, не оставь бедную заблудшую овцу. Похоже. Очень похоже. Ну, хватит, ладно. Не стоит так о нем. Хотя, по правде говоря, с ним трудновато. Даже подумываешь иногда, не дать ли тягу отсюда. Да, это хорошо бы, конечно. Да только куда? Хорошо бы, ну... О, уже звонок, мне надо идти. До свидания, друзья. Так значит, мы, извините, благодарим вас. Очень все хорошо, это вы обстряпали. Да, эх, главное-то не сказали. Да, хотим экзамен просмотреть, как наша девчонка на вопрос отвечать будет. Интересно, ведь такая пигалица, а сейчас ученые, смех. Мы в окошко посмотрим, идиот. Мы тихо. Ну, ладно, идемте.
Только действительно устройтесь лучше у окна, а то, сами знаете, попечители, Макс Нет. Да мы понимаем, не беспокойтесь. Воды в рот наберем. Правильно, иди, иди, не робей. Экзамен шел своим чередом. Ну, как всегда, почести доставались тем, кто был смелее и меньше робел. Нетрудно представить себе, что Млис и Клити привлекали всеобщее внимание. Млис ясным и практичным умом. Клити безмятежной самоуверенностью и благочестивой скромностью манер. Мнения разделились. Клити отдавали предпочтение те, кто сидел в зале, в особенности в первых рядах. Млис же те, кто сидел подальше, подпирая стены могучими плечами, или те, чьи мужественные бородатые лица заглядывали с улицы в окна. Учитель задавал вопросы, ободрял робких, останавливал ошибавшихся, но мысли его были далеко. Привлекательная. Скажи, пожалуйста, конечно, привлекательная, еще бы. Значит, ее выдадут замуж. Да, здесь, в поселке, девушки рано выходят замуж. А Макс Негли и миссис Морфер об этом позаботятся. Помнится эта Роза Прерий на днях мне сказала, постараюсь пристроить сиротку. Сиротка. Что за мерзкое слово. А Млис и вправду стала совсем большая. Красивые у нее волосы. Раньше-то вихры какие были. Нет, этого я не допущу. Не выйдет она здесь замуж. А? Простите. Вы что-то сказали, мистер Ричард? Нет, нет, извините, мистер Морфер, это я не по существу. Итак, экзамен шел своим чередом. Попечители, проснувшийся было мистер Сайлас Морфер, владелец многих золотоносных участков в округе, и мистер Томпсон, которому принадлежали обе лавки поселка, мирно дремали. А Млис тем временем дошла уже до середины самого последнего вопроса. Млис Смит, покажи по карте путь, который проделал Магеллан. Вот Севилья. Отсюда корабли поплыли вдоль берега Африки. Потом отклонились к западу. И скоро мореплаватели увидели берега Южной Америки. Вот примерно здесь. Ишь ты, так и чешет. Молодец, дочка. Давай, давай, ну? Говори все, что знаешь. Ну так вот, они плыли вдоль берега Южной Америки. Искали пролива, а его все не было и не было. Начался голод, команда стала бунтовать. Еще бы взбунтуешься. Попробуй не поесть несколько дней, запоешь. А Магеллан сказал, мы поплывем дальше, хотя бы нам пришлось глодать кожу, которой обтянуты корабельные снасти. Вот. Я прошу публику не мешать течению экзамена. Присутствующие в классе и на лоне природы должны вести себя достойно. Мелисса Смит, не отвлекайся. Млис, вернись на место и продолжай. Ну вот, на чем я остановилась? Если бы ты была более сосредоточена, Мелисса, ты не забыла бы? Замолчи, индюшка. Да, да. Ты очень хорошо ответила. Хорошо, Мелисса. Ты не рассказала еще, как Магеллан вернулся домой. Расскажи. Не могу. Не можешь? Почему? Не выучила? Нет, не поэтому. Просто Магеллан не вернулся в Испанию, господин попечитель. Да? Подумать только. Да, так вот я и хотел спросить. Расскажи, почему он не вернулся домой в Испанию? А он начал лезть не в свое дело, господин попечитель. Приплыл к Филиппинским островам. А там местные царьки друг с другом спорили из-за чего-то. А он, дай вмешаюсь. Вмешался. Тут его и убили. Тише, господа. Я прошу не мешать нам вести экзамен. Мелисса Смит. Скажите мне, пожалуйста, почему Магеллан, пройдя столько испытаний и бед, все-таки погиб? Я уже сказала,
влез в драку. Я хотела бы ответить на этот вопрос, преподобный отец. Говори, Клитемнестра. Наверное, Магеллан был плохим христианином. Он редко обращался к Господу, и гибель его – это перст Божий. Истинно так, дитя мое, истинно так. Могу я сесть, господин учитель? Да, конечно, садись. Благодарю вас, мистер Ричард. Садись, дерево на дерево. Итак, Мелисса, ты не смогла ответить на очень простой вопрос. Печально. Но я хочу помочь тебе. Отвечая по астрономии, ты много говорила о вращении нашей Земли и движении Солнца, так? Так. И ты, кажется, сказала, что Солнце не остановилось ни на минуту сотворения мира. Сказала. А так ли это? Конечно, так. Стой на своем, Лисси. Стой на своем и держись. Господин учитель, мистер Ричард. Что ты, Клитемнестра? Позвольте мне ответить на этот вопрос. Отвечай, Клитемнестра. Иисус Навин велел Солнцу остановиться. И оно повиновалось ему. Умница! Ты права, дитя мое, ты совершенно права. Прелестная девушка. Умница, умница. А я вам вот что скажу. В учебнике астрономии об этом ничего нет? Нет! Я этому не верю! Браки! Что? А какую физиономию скорчил Макс Негли, мистер Дик? А господа попечители Морфер и Томпсон. Да, такого они не ожидали даже от тебя. Я сама тебя не ожидала. Конечно, возможно, не следовало так говорить. Я ведь понимаю. Но, знаете, удержаться было просто невозможно. Да, конечно. Ты только не огорчайся, что первое место присудили к Лите. Да мне нет никакого дела до Клити. Мне важно, что думаете вы. Я хорошо отвечала. Прекрасно, Лисси. А еще? Ты отвечала, как может отвечать взрослый, самостоятельный человек. Неужели? Да. Теперь ты совсем большая. Не будешь больше убегать, и мне больше не нужно будет тебя разыскивать. Да, конечно, не нужно. Знаете, мистер Дик, а мне почему-то грустно. Грустно? Да, грустно. И, пожалуй, как-то тревожно. Вот все говорят, взрослая, большая. Ну, действительно, большая. А вот что мне с собой делать? Как что, Лисси, ты... Что будет со мной дальше? Все будет прекрасно, поверь мне. О, смотри, уже 7:00, нам пора возвращаться. Пора. Идемте, мистер Дик. Идем. Идем, Лисси. Из зала суда или торжествующий добродетель? Изумительное зрелище! Только одно представление по случаю отъезда на гастроли в Европу. Известнейшие артисты Лондона и Парижа в захватывающей трагедии. Цена билета 50 центов. Дети и прислуга платят половину. Вот здорово! А видел их кто-нибудь? Ага, я видел. Приехали на двух фургонах. Мужчины в шляпах, что твое блюдо для репы. А дамы такие румяные, просто красавицы. Мистер Дик, это должно быть необыкновенно, удивительно. Ну что ж, пойдем и мы посмотрим, Лисси. Спасибо, мистер Дик. Я, правда, не очень доверяю этой афише. Мисс Морфер сказала, торжествующий добродетель – это то, что нужно детям для нравственного самоусовершенствования. Это она сейчас прошла вперед?
Ну да. Ой, с ними Клетти. Мистер Дик, я не хочу сидеть вместе с ними. Ты не любишь миссис Морфор? Не то. Она чужая. Чужая? А кто же свой? Те, кто живет за Змеиным ручьем. Билл, Джек, пират. Ну, остальные. И, конечно, вы. То есть, сначала вы. Вы чем-то огорчены, мистер Дик? Нисколько, Лисси. Помереть мне на этом месте? Помереть мне на этом месте. Леди и джентльмены! Леди и джентльмены, прошу занимать места. Надеемся, что почтеннейшая публика найдет представление приятным и поучительным. Только один раз. Только один раз по случаю отъезда на гастроли в Европу. Леди и джентльмены, прошу занимать места. Помещение Томпсоновой лавки было набито битком. Кого тут только не было. Первые семейства, лавочники, деловые люди, старатели. Все это жевало табак, отчаянно дымило трубками, сосало леденцы, грызло орехи и, не отрываясь, смотрело на маленькую сцену, перед которой чадили, оплывая, свечи. Немало воды утечет, пока она доберется до прабабушки. Известные артисты Лондона и Парижа, пожалуй, опоздают на свои гастроли в Европу. Тише, мистер Дик. Слушайте. Я буду говорить правду, господа судьи. Одну только правду. И если я солгу, пусть тени моих бедных старых родителей предстанут перед вами. Пусть разверзнутся небеса и громы испепелят меня. Билл, а призраков покажут? Отстань, не знаю. Ребята, ребят, а учитель наш и вправду собрался уезжать? Да, вчера мы с ним говорили. Тише, тише. Господа судьи, не всегда я была чиста и кротка. Было время, когда день я встречала не молитвою. А чем же ты его встречала, о Цицилия? А вот чем, господа судьи! Для чего живем на свете все года? Я могу тебе ответить без труда, чтобы летом и зимой веселиться нам с тобой, милый мой, веселиться нам с тобой. Не уйти ли нам, Лисси? Что вы? Почему? Преподобный Макс Негли сказал бы, что второй ученице нельзя слушать такие песенки. А первой ученице можно. Вон она там торчит. О, Макс Негли осудил бы и первую. Макс Негли, Макс Негли. Сами-то вы что думаете? Помнится мне, вы никогда не думали одинаково с Макс Негли. Увы, Млис, в этом вопросе мы сходимся. Ой, ну мы все равно же не могли бы выйти отсюда. С
Смотрите, какая толпа. Сайлас Морфер, проснитесь. Проснитесь, вам говорят. А? Да, душенька. Браво. Браво, браво, превосходно, Боже превосходно. Мой, ну прекратите, браво. Прекратите сейчас же. Развлекаясь и тоскуя, может быть, кое-чему тебя смогу я поучить, чтоб летом и зимой веселиться нам с тобой, милый мой, веселиться нам с тобой. Сайлас Морфер. Как ты думаешь, следует ли девочке смотреть это и слушать, а? Ну, конечно, не следует. Конечно. Ну, так уведи, Клити. Не лучше ли это сделать тебе самой, душенька? Чтобы ты остался и пялил глаза на эту Цицилию? Делайте то, что вам говорят, Сайлас Морфер. Хорошо, душенька. Клити, девочка моя, пойдем. Ну, представление еще не кончилось, па. Ма находит, что оно не совсем подходит для тебя. Ну, что мне не нужно понимать? Того я и не понимаю, па. Да, того она не понимает, душенька. Клитемнестра Матильда Раминта Морфер. Да, ма. Ты окончила школу первой ученицей. Я достойна ношу это высокое звание, ма. Ах, вот и говори с ней. Встаньте, мистер Морфер, встаньте. Душенька, ну как же мы выйдем? Ты посмотри, какая толпа. Нет, и думать нечего. Сейчас нам не пробиться. Кто б ты ни был, мальчик тихий стоит, из тебя способный выйдет ученик, чтобы летом и зимой веселиться нам с тобой. Милый мой, веселиться нам с тобой. Навеки погрязла в грехе и пороке. Нет, я невинна. Я чиста делами и помыслами, как снег альпийских вершин, как первый лепет ребенка. И такой меня сделала любовь. Любовь возвышенная, любовь неземная. Тебе душно? Нет, здесь лучше думается. Идем, Лисси. О чем ты думаешь, Млис? Ни за что не скажу. Какая красивая эта дама. Кто? Цицилия. В платье, усыпанном бриллиантами. Ничего красивее мне видеть не приходилось. А как она играла? Удивительно. Как она любит. Ты думаешь, что эта молодая леди в самом деле любит того нарядного джентльмена, которого убили старой пилой в последнем акте? Саблей, мистер Дик? По-моему, это была именно пила. А, впрочем, я не буду спорить. А почему бы ей его не любить? Он так ласково говорил с ней. И такой нарядный. Ах, вот как. Ну, если она его любит, это сущее несчастье. Почему? По-моему, муж этой Цицилии проверяет билеты у входа, поднимает занавес, снимает нагар со свечей или делает что-нибудь столь же утонченное и изящное. Вы смеетесь, мистер Дик? Ну, ладно. Скажите мне тогда, пожалуйста, что же теперь будет? Будет с кем? Со мной. С тобой? С тобой что-нибудь придумаем.
Погоди, я не досказал тебе про того молодого человека в нарядном костюме. Вы не хотите отвечать мне, мистер Дик? Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Лисси. Добрый вечер. Здравствуйте, господин учитель. Добрый вечер. Здорово представлено. Да, помнится, как был я мальчишкой, к нам в Арканзас как-то приезжал бродячий цирк. Да нет, куда там? Знаете, господин учитель, а мы тоже решили податься отсюда. Тоже? А кто еще едет? А что, плохо работает? Совсем никуда. Гора не дает золота, и все тут. Решили завтра утром двинуться. На запад, может, и набредем на удачу. Так что прощайте. Спасибо вам, парень, вы хороший. А парень хоть куда. Ну, до свидания. Будьте здоровы. А вы, извините, уезжайте тоже. Как и решили, поскорее уезжайте. И спасибо вам за Млис. Ото всех нас спасибо. 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 Да что вы, ребят, все время меня благодарите. Бросьте, чтобы и разговору больше этого не было. А то я начну вас благодарить. Мы так никогда и не кончим. Хороший парень. Хороший парень. Прощай, Млис. Прощайте, ученые барышни. Не плачь. Ну, не плачь. Прощайте. Да я не плачу вовсе. Ну? Ну, плачу. Разве нельзя? Да что же я, чурбан какой-нибудь? Не понимаю, что вы... Кто вы для меня? Ну, не надо, не надо. Ну, что об этом говорить? Извините, конечно. Пошли, ребят, пошли. Прощай, дочка. Живи счастливо. Но ничего, ничего. Ты будешь счастливее нас. Должна быть счастливее, слышишь? Вот. Прощайте, друзья. До свидания. Прощайте. Лисси. Прощайте. Желаю удачи. Млис, ушли. А вы? Значит, вы тоже уезжаете? А я? А как же я? Ну и ладно, я тоже уеду. Уеду! Уеду! Млис! Млис! Там летом и зимой веселиться нам с тобой. Милый мой, милый мой, милый мой. Что бы летом и зимой 58, 59, 60, 61 доллар 25 центов. Не дурно, девочки? Для молодого, обремененного семьей человека не дурно. Сэр! Сэр! Вы тут главный. Предположим, что тебе, деточка? Возьмите меня с собой на гастроли в Европу. А ну-ка, ну-ка, покажись, покажись. Ну как, девочки? Ничего. Сойдет, сойдет. Деньги у тебя есть? Нет. Плохо, плохо. А родители есть? Нет. Уже лучше, лучше, лучше. Что ты умеешь? Знаю астрономию. Чего? Астрономию. Новую древнюю историю. Что? Американскую конституцию. Грамматику. Ну, будет, будет, будет. Голосок у нее приятный. Поешь? Немножко. А ну-ка спой, спой. Звенит шумит летит ветерок над сотни дорог, вот бы с ним умчаться туда, где тепло в просторах всегда, умчаться туда, умчаться туда.
не дурно. Подойдет, черт побери, остальному научим. Остальному научим. Как я могу догадываться, Мелисса Смит, одна из моих учениц, только что сказала вам, что хочет вступить в вашу труппу. Это правда? Ну так что из этого? Если вы джентльмен, мне довольно будет сказать вам, что я опекун Мелиссы и отвечаю за ее будущее. О-хо. Вам не хуже моего известно, какую жизнь вы предлагаете ей. У нее нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер. Что вы дадите ей взамен? А тебе что за дело? Самому понадобилось? А? Этот номер не пройдет, молодой человек. Ах ты, скотина! Ну, берегись! Уложу на месте! А ну, бросай пистолет! А ты кто такой? Бросай, говорю! Забирай свои графин, парень, и убирайся из поселка! Живо! Пошевеливайся, а то как бы гробы не вздрожали! Том! Пойдем! Пошли, мистер Дик. Мы вас проводим. Проводим, мистер Дик. Проводим, мистер Дик. Пойдем. Спасибо, ребят, не надо. Мне хочется побыть одному. Но ему не удалось остаться одному. Маленький недобрый человечек, именуемый людьми благонамеренными здравым смыслом, шел с ним рядом всю дорогу до школы и нашептывал свое. Может быть, именно поэтому грубая насмешка, только что брошенная ему противником, так жгла сердце. «Так вот как перетолковывают твою привязанность к девочке», — твердил здравый смысл, «твою неразумную, донкихотскую привязанность. Что ты хотел доказать дракой с каким-то дикарем? Что доказал? Что скажут люди? Что скажет Макс Негли?» «К черту Макс Негли!» «Тебе надо уехать. Тебе следует уехать немедленно, в соседний штат, в другую школу, куда тебя давным-давно зовут». «Надо уехать. Уехать немедленно. Ой, где-то у меня тут был пластырь. Уехать?» «Уехать? Ты решил?» «Немедленно уехать». И в этом покаянном настроении учитель подошел к дверям школы, распахнул их. Млис, что ты здесь делаешь? Я ждала вас. Зачем? Иди домой. Хорошо. Уходи же. Вы его убили? Нет. А для чего же я дала вам нож? Ты? Ну, конечно, я. Я сидела там за сундуком в углу. Видела, как вы его ударили, как вы оба упали, он уронил нож. Так это был его нож? Разумеется. Я дала этот нож вам. Почему вы его не пырнули? Я не успел, мне помешали. Помешали? Не успел. Мне наплевать на это. Почему вы не сказали мне, что вы уезжаете? Вы скрыли от меня. Почему? Не знаю. Я не хочу здесь оставаться одна с этими морферами. Без вас лучше умереть. Перестань, девочка. Не говори глупости, Лисси. Глупости? Вот он, ядовитый корень. Вы сами сказали, что от него можно умереть. Лис, брось это сейчас же. Не брошу. Я уеду с актерами. Или проглочу это и тут же умру. Мне все равно. Я здесь не останусь. Все меня здесь презирают, ненавидят. И вы тоже. Я? Лисси, как ты можешь? Отец застрелился. Почему же я не могу отравиться? Замолчи, наконец! И сейчас же брось эти корешки. Дай сюда. Не дам. Ах так? Ну тогда глотай их. Как? А очень просто. Разжуй и проглоти. Мистер Дик. Не понимаешь? Давай я тебе покажу, как нужно есть эти корни. Ни за что! Помереть не на этом месте! Что вы на меня так смотрите? У тебя опять расцарапаны руки. Как тогда, когда ты пришла ко мне в первый раз? И я сказала... Я хочу учиться. А я ответил... Приходи. И я пришла. А вы... Вы теперь уходите от меня совсем. Лисси. Лисси, поедешь со мной? Хоть на край света. Сегодня.
Да. Сейчас? Да. Идем. Идем. Звезды ярко сияли над ними. К добру или к худу урок был окончен. И двери школы на Красной горе закрылись за ними навсегда. Со здравым смыслом людей благонамеренных тоже было покончено навсегда. Рука об руку они вышли на дорогу, на ту узкую дорогу, которая когда-то привела Млис к дверям учителя, и на которую она больше не выйдет одна.